Якутия сохраняет позитивные показатели роста экономики. Об этом сегодня заявил глава республики Егор Борисов на предновогодней встрече с народными депутатами, членами правительства, главами муниципальных образований, общественниками и руководителями хозяйствующих субъектов республики. Он выделил главные достижения этого года, в том числе увеличение инвестиций в Якутию, развитие промышленности и других сфер деятельности. Также он поблагодарил участников встречи за вклад, внесенный в дело процветания республики, и по традиции вручил высокие государственные награды.